конечно, холодная война не перерастет в горячую, потому что этот, скажем так, проект крайне невыгоден всем сторонам. У нас такой хрупкий этот земной шарик, что в одном месте даже можно никуда ракеты наши не ввести, достаточно их взорвать просто, или американцам на своей территории, и всему земному шару кирдык. Поэтому получается то, что войны не будет, а все как бы интуитивно ждут, подсознательно ждут от России вот этого спасения нашей огромной культуры. Именно все народы сейчас ожидают от России чего-то такого, то, что никогда не было в мире, и что у нас начнется такое возрождение, которое не даст возможности даже и мыслить о том, что можно начать какую-то войну.